По стране в течение 2 дней ведущие эксперты из 25 стран Европы и Азии будут обсуждать самые передовые подходы в профессиональном развитии государственных служащих. С казахстанскими чиновниками своим опытом поделятся специалисты Германии, Южной Кореи и Великобритании. На конференции впервые представят проект Smart Learning, который будет внедрен в программу обучения госслужащих Южной Кореи. Новые методы и технологии также презентуют представители Академии DBB. В мире везде идет поиск новых технологий для того, чтобы поднять потенциал государственных служащих. Представитель DBB Академии из Германии проведет тренинг для наших преподавателей. Это позволит нашим преподавателям, потенциал которых и так достаточно высок, применить эти новые технологии в обучении казахстанских государственных служащих.